Ребята, всем добрый вечер. Решила с вами опять поужинать. Вы не представляете, до такой степени я обнаглела. Ничего не хочу варить. Вот прям ничего не хочу варить. Будем кушать, что есть. Ну, все есть. Суп есть, второе есть. Но я не хочу. Я хочу свои любимые помидоры. Сальце, имбирь, морковку корейскую мне Костян уже сходил, купил, правда, с курицей, но не хочу пока. На десерт у меня будет тортик. Тортик. Отрезала себе маленький кусочек, потому что я его не осилю. Просто думаю, с вами поболтаю. Просто с вами поболтаю немножко. Хочу рассказать, что вчера я присутствовала на мероприятии. Еще самое главное забыла сказать. Хлебушек у меня сегодня, смотрите какой. Морковный, морковка, семечки, там что-то еще. Вчера я такой же покупала, только он был с яблоками. Какая вкуснятина вообще. Смак. Но я все равно весь хлеб кушаю только через тостер, чтобы он был хрустящий и жесткий. Люблю жесткий хлебушек. Вот так вот возьму, а то я уж совсем закрылась. В общем, вчера мы были с Константином на мероприятии, посвященном дню рождения моего старшего сына. У него день рождения было 12-го. Ну, так как они все работали. Естественно, все друзья тоже у них работали, поэтому перенесли на выходной день. Была только молодежь, ну, естественно, я среди этой молодежи. Очень мне понравилось. Я Юрке говорю: Юра, может, я не пойду? Че же я там, одна молодежь и я? Он говорит: мама, ты должна быть обязательно. В общем, я не пожалела ни на грамм. Потому что у них, ну, во-первых, всех друзей я их знаю. Много лет. Очень было приятно встретиться вчера еще с одним мальчиком, с их другом. Я его не видела 6 лет. Он стал закоренелый семьянин как-то. В общем, у них все не получалось никак выйти в люди. Этому мальчику то дети, то ипотеки, то 5-е, то 25-е. И вчера я с ним встретилась. Очень была довольна. Воспоминали, фотографии посмотрели. В общем, к чему начала разговор? К тому, что... Так, было, значит... Катька, Настя, я, еще одна девочка. 4 девочки, остальные были взрослые парни все. Ну, и девочки-то взрослые. Но до такой степени была организована вечеринка. Не просто молодежь бухала, а весь вечер были игры. Мы играли... Вот эти слова сюда клеить на лоб. Мы играли в монополию. Ой, да. Кто-то пришел. Пришлось прерваться. Костян пришел со своими подругами. Вот там у себя сидеть. Ну вот, так и не договорила. Играли, значит, вот в эту игру. Клеить на лоб. Монополию. У мафии мне очень понравилось. Очень понравилось. Меня во все игры втянули. Прямо по обязаловке. Что еще? Играли, значит, на телефоне какая-то игра.
Там дается время, минута. Получается, все гости делятся на две команды. Ну, команда как-то называется. И каждый из членов команды одну минуту читает слова. Нет, слово написано в телефоне, например, там. Корова. Я должна, не употребляя однокоренных слов, это объяснить. И наша команда угадывала. Чем больше слов, тем больше баллов. В общем, надурковались. Не представляете. Просто. И когда я уже уходила, 4 часа утра. Я говорю, ну что, я пойду, я же вам мешаю, вы одна молодежь. Они говорят, сидите с вами весело. И мне было с ними весело. В общем, когда я уходила, 4 утра, посмотрела визуально. Столько много было выпито, но все были абсолютно трезвые. Потому что не просто бухали за столом, а после каждого тоста, после каждой рюмочки игры. В общем, мне очень-очень понравилось. Я потом позвонила, ну, когда домой пришла, среднему сыну Ромке. Я говорю, как дошли? Он же с ребенком был. Он говорит, все нормально, мы уже дома. Я говорю, Рома, как вы молодцы, как у вас интересно. Он говорит, да мы все время так играем. Уже как много лет у нас так повелось. Это не просто буханте, а все время с играми. Я говорю, какие молодцы. Очень, очень мне понравилось. Я говорю, в следующий раз меня приглашайте. Сказали, хорошо. Да, в принципе, ну, я на таких на глобальных-то мероприятиях, как день рождения, там, свадьбы, всякие такие, всегда присутствует. А если вдруг они просто там выходной день компании собираются, то, конечно, зачем я там нужна? А, ваше сало вкусное, вы не представляете. Пожарила котлеты вчера. Сварила гнезда, ну, макарошки гнезда. А люблю помидоры. А ем помидоры. Не хочу ни макароны, ни котлеты. С удовольствием ем свои помидоры любимые. Вторая. Ты знаете, как мне мало надо. Но еще очень сильно я люблю борщ. Могла бы его съесть и днем, и ночью. И на завтрак, и на обед, и на ужин. А, кстати, на копченом сале очень вкусно жарить картошку. Мне, по крайней мере, очень нравится. Много лука. И картошечку жарить прям до зажарок. Только коричневых. Вот такая вкуснятина. В общем, вот так у меня прошел выходной день. Завтра мы занимаемся уборкой. Квартиру. Завтра надо подготовиться к школе. Сегодня я уже, правда, все перестирала. Уже 3 раза машинка у меня постирала. Завтра нужно все подготовить, отпарить. Константину в школу, мне на работу. И все. И в понедельник трудовые будни. Ну, кстати, отдыхать это очень-очень полезно. Не могу только что-то до своей маникюрщицы дозвониться. Думала, что я завтра на маникюр съезжу. Ну, честно сказать, мне неохота. Мне лень. Поеду в следующие выходные. В Шатхажу еще как-нибудь недельку. А на следующие выходные пойду.
Вот, между прочим, я вот так вот безобразно никогда не делаю. Никогда в банку не макаю. Все время кладу в тарелочку. Но места нету. Я одна. Костян качицу не ест. Петрович у нас уехал надолго, на месяц. Может, больше. На данный момент он находится сейчас в Питере. В Астрахани разгрузился. Потом по новой загрузился. Сейчас уехал в Питер. Вчера мы созванивались. Сейчас он в Питере разгрузился. А где будет загружаться, еще пока не знаю. Логист ему еще не отзвонился. Но он сразу предупредил, что у него в этот раз поездки где-то в той стороне, и что мимо дома он пока не будет. И, в общем, месяца полтора он будет кататься. Так что вот как-то так. Будем мы с Константином вдвоем дома. Ну как вдвоем? У нас две кошки, собака, хамелеон. Может, таракана завести. Домашних. Чтоб не скучно было. Не. Это, конечно, дурацкая шутка. Я больше всего на свете боюсь домашних тараканов. Я их до такой степени приветствую. Это вообще нечто. Наверное, тортик я не буду. Потому что я уже наелся. Тортик я уже кусочек съела. Он очень сладкий. И его вкусно кушать с молоком. Я его вечером съем. Ну, правда, уже вечер. У нас уже 7 вечера. Но я думаю, что мы сегодня ляжем очень поздно. Потому что лично я проснулась в час дня. В час. Ну, в 4 приехали. Я погуляла с собакой. Специально, чтобы сегодня подольше поспать. И вот мы брюхли до часу. В час я встала, умылась, пошла гулять с Эдиком. И встал Константин, и все. Мы позавтракали, ну, пообедали. Я постирала две машины. И снова легла. Снова легла, ничего не охота делать, абсолютно. А работа всегда вагон. Сегодня запланировали пылесосить с Константином. А он, его позвали погулять. Я говорю, да иди. У нас на улице потепление. Очень красиво. Завтра, если соберемся, поедем в парк. Потому что очень красиво. Я хочу его снять, чтобы показать вам. Парк весь заснеженный. Прям как в сказке в зимней. Нам, конечно, повезло, что у нас в центре города, рядом с домом, такой обалденный парк. Вечером все фонари горят. Народу гуляет очень много. Ой, я почему-то так тороплюсь, как будто у меня сейчас отберут. Не знаете, куда я тороплюсь? Но я просто чертовски люблю вот эти помидоры. Вот мне ни черта не надо, кроме помидор. Кончился соевый соус, ем с майонезом. Константин только что пришел с улицы. Ходил в магазин, и я забыла заказать соевый соус. Но я постараюсь сегодня больше не есть. Съем только кусочек тортика с молочком и все.
Какого? Такого глобального куски буду. Да поставлю, сварю бульон. Бульон хочу завтра сварить борщ. Потому что завтра начнется трудовая неделя. Среди недели неохота. А завтра я сварю кастрюлю борща себе. Буду 3 дня его кушать. Борщ я люблю. Могу его есть хоть неделю. Это сало нарезала сильно крупно. Сало такое хорошее, мясистое. С мяском. Ой, горчица аж. Слюни и сопли потекли. Горчица у меня жгучая. Супер острая жгучая горчица. Ну, это я микробы убиваю, бактерии. Вчера народу было много, все чужие бактерии сегодня убиваю. Так что вот. Вот как-то так. В общем, я после вчерашней вечеринки поняла, что у меня у парней, у сыновей очень хорошие, очень надежные друзья. Они дружат много лет. Вот мы сюда переехали 16 лет назад. И вот все 16 лет, потому что все парни, они с ними вместе учились. С одним в музыкальной школе, с другим в такой школе, с третьим уже, когда студенты были, и друзьям-то уже, дружат им уже больше 10 лет. Очень замечательные друзья. Я поняла, что с такими друзьями можно с ними и Костяна оставить, все будет там спокойно и нормально. Приведут, отведут и проконтролируют. Интересно, вот я одна? Или есть еще кто-нибудь, кто любит есть имбирь руками? Вот я люблю есть руками. Не знаю почему. Ребят, куда я так тороплюсь, а? Вот никуда не опаздываю. Я вообще люблю кушать очень медленно. Я могу часа два сидеть за столом. Телевизор включу и сижу. То фильм смотрю, то еще что-нибудь. В общем, вот так вот у меня прошел один мой выходной день в молодежной компании с хорошим вином, с кальяном. Естественно, я тоже покурила. С интересными играми и с хорошим общением. Так что вот желаю вам всего того же, только в 2 раза лучше. Все, всем удачки, всем пока. Я уже наелась, буду убирать. Мне уже дальше не лезет. Не лезет. Как говорится, до новых встреч.